Алло, я хотел записать для тебя сообщение, которое поможет тебе освоиться в первую ночь. Вообще-то я работал в этом офисе до тебя. На самом деле я заканчиваю последнюю неделю, так что я знаю, это может быть немного подавляющим, но я здесь, чтобы сказать вам, что не о чем беспокоиться. С тобой все будет в порядке. Давай сосредоточимся на том, как ты проведешь первую неделю. Ладно?